Где-то в секретных лабораториях программирования ведется разработка сверхмощного кибернетического организма. Всеми. Ты понимаешь это? Мы понимаем, посмотри. Нельзя эволюционных формирований, так как это отрицает полностью современную теорию научно-геотрансляционных параметров. И то, что она отрицает неважные параметры, главное то, что деньги. Деньги. Всего лишь на некоторое время. А всеобщая мотивация, они бесценны абсолютно. Ты чё? Хорошо, дорогой. Я сам его положу. А можно мне где-то посмотреть, а как это всё делается? Камера, вы сами знаете настоящее. Конкретная реализация отличается по динамичной форме, удобной для транспортировки и хранения. Широким профилем применимости для блага человека. Применимость возможна в области спасения людей из завала, ремонта обшивки космических кораблей, имеется возможность трансформации и работы в различных режимах. Разработана беспроводная схема подачи энергопитания для функционирования аппарата методом замкнутого контура с открытым сферическим конденсатором. И теперь она развивается в совершенно другом направлении. Войны, хаос и разрушение. А в чем же по-вашему смысл жизни, коллега? Ведь мы такие же компьютеры, только на биологической основе. Как вы считаете, коллега, компьютеры когда-нибудь смогут творить?